Португалии прошли протесты против мер экономии. В выходные тысячи человек вышли к парламенту страны в Лиссабоне и призвали премьер-министра Педро Пасуша Коэльо уйти с поста. Недовольство вызвано планами правительства к 2014 году сократить финансирование министерств на 600 миллионов евро, а также уменьшить бюджет на социальное обеспечение, здравоохранение, образование и государственные компании. В мае 2012 года министры финансов еврозоны одобрили выделение Португалии пакета помощи в размере 78 миллиардов евро. На сегодняшний день, чтобы получать деньги от международных кредиторов, страна должна придерживаться четкого антикризисного плана. Однако в пятницу Конституционный суд страны отклонил несколько пунктов из этого плана, из-за чего очередной транш помощи был заморожен. После этого власти и решились на новые меры. Напомним, ранее тройка кредиторов продлила для Португалии сроки погашения кредитов. Однако многие протестующие говорят, что такое продление не поможет. Я думаю, это нам не поможет, потому что мы просто должны будем дольше платить, дольше жить с ограничениями, со спадом, без роста экономики. Поэтому я не вижу великих изменений в будущем. Я пришел сегодня сюда, потому что неприемлемо, чтобы мы позволили правительству предателей, которое представляет интересы иностранных государств, продолжать править и разрушать нашу страну. В 2014 году страна планировала перестать получать финансовую помощь от Европы. Однако недавно премьер-министр объявил, что Португалии будет сложно избежать второго денежного пакета от тройки. Это обусловлено тем, что в 2015-2016 годах Лиссабону потребуется гораздо больше средств.